Начинаем новую катку. Да. И пока идет дело, конечно же. Берем открывашечку. I was born 87 years ago. И потихоньку. For 65 years I've ruled as Camry. Первая пошла. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness a doom sweeps the land. Куда же он денется, флешвейс, турник? Так, блин, эту тему, короче, все понятно. Надо будет месяц чутка убавить. Все это дело, потому что у меня минус уши в этих наушниках. Певчанская, бланш. Крафтовый. The year of Akatosh, 433. These are the closing days of the third era and the final hours of my life. Причем вроде как у меня убавляется, а на стриме. На стриме должно быть нормально по звуку. Все, ништячок. Вот и тюрьма подъехала. Так, ну чё, пошло дело. Сейчас надо будет вспоминать. Как тут чё к чему? Вообще, само собой, стелс у нас сегодня будет. По-моему, хаджиты ебашат очень сильно. Прям очень-очень сильно. Лучше даже, чем лесные эльфы. Хотя... Хотя... Ну да, наверное, на хаджике мы остановимся. Так. Ну это, в принципе, по барабану все. Как там что? А, ну да. Ехала. Wake up, kitty, kitty. That's it. There's a rat in my cell, Khajiit. A fat, tasty rat. Does the kitty want it? Is the kitty... Не, рептилоид он не особо бахает. Я думаю, лучше какого-нибудь бахнуть. Такого стелсового. Но эльфа не особо хотелось, если честно. А вот Хаджит нормальный парень. Помню, они ебошли, дай боже. Но я в основном за темных бахал, если честно. И магом, по-моему, я был в Обливионе, когда я первый раз шпилил. Так что что-то новенькое. Озвучки еще нет русской. Ну, с русской не пошло. Там, чтобы еще диалоги качать, я думаю, этих хватит. Сабов. Теперь, если там качать озвучку еще и видосы на русском, то там 2,5 гига, и они у меня качались крайне хреново. Поэтому я забил болт. Да и сабов, я думаю, пойдет достаточно. Stay out of the way and you won't get hurt. Prisoner, stand away from the door. Давай, давай, давай. By the window now. Проходите. Stay put, prisoner. Да, 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 конечно. Let's go. We're not out of this yet. You. I've seen you. Let me see your face. You are the one from my dreams. Then the stars were right. This is the day. Gods give me strength. Вообще можно и сабмод бахнуть. Но это уже есть там живые вообще модриты? Или проблемы? Assassins attacked my sons, and I am next.
Так, тут еще беспалевно кальмарчиков открою. Наверное. Блин, упаковка дебильная какая-то. Не, кто вы, я знаю. Хотя вопросы великолепные. Perhaps the gods have placed you here so that we may meet. As for what you have done, it does not matter. That is not what you will be remembered for. Ядрит какой-нибудь великолепный. Альфа Центавр 17, спасибо большое за подписку, друг. Добро пожаловать к подписчикам. I am your emperor, Uriel Septim. By the grace of the gods, I serve Tamriel as her. Ладно, только ради сегодняшнего дня. Раз, два. You'll serve her in your own way. Пошло дело. You will find your own path. Take care. There will be blood and death before the end. Please, sire, we must keep moving. Так, ну я с вами за компанию пойду. Better not close this one. There's no way to open it from the other side. Looks like this is your lucky day. Да. Stay out of our way. Кстати, интересный факт. В игре 100 FPS. Какого она там, 2008-го, что ли, года, не помню. Вот называется. Покупаешь видеокарту, хуй знает за сколько. Stand aside, prisoner. И 100 FPS имеешь в игре 10-летней давности. Не, Эрлуф, не буду. Просто мне лень бриться. Я это крайне редко делаю. И сегодня день явно не тот самый, когда настало время побриться. Ну, Спик, ты чё, охуел, что ли? Так я на стриме говорил на днях. И в группе писал. Вчера предупреждал. Так, ну мне, по-моему, нечем даже драться. Но этого парня должны сейчас убить, насколько я помню. Капитан Рено? She's dead. Sorry, sire, but we have to... Так что это ты, ну, Спик, посольник, получается. Так, секундочку. Я такой типа оделся, надеюсь, до меня не докопаются. Мига in the world, спасибо большое за подписку. Добро пожаловать к подписчикам. Ладно. Так, ну это я помню. Чего? А, ну это я помню. Капитан Рено. Меч есть. Сейчас будем вспоминать. Чего, серьезно? Погоди, погоди, крыса. Сейчас буду вспоминать, как тут это делается. В инвентаре, может? Блин, как тут оружие поставить? Вот так, что ли? А, ну да. А теперь могу. Ништяк. Ну, Нонспик. Надо было в группе как бы следить. Да, каждому лично. Так ты все равно не увидишь. Там же на почту приходит. Ой. Ну да, это я понял. Кстати, короля, это я позже вижу, то, что его убьют, что ли? Я уже даже не помню. Это мы все возьмем. И это мы возьмем. Ай, чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи, ты чего докопалась? Засранка. Так, что еще у нас тут есть? Сколько у меня демиджа? Раз, два. Отмычки. Стрелы. Все взяли. Так, кинжал взяли. Еще раз. Я, значит, с мечом. А, ебать, у него... Один демедж, я понял. Короче, разницы ни хрена нету. Лук возьмем. Сейчас экипируем. Так, это значит, берем лук и стрелы. Значит, на левую кнопку. Ну да. Отменить можно? Нельзя. Ну ладно, хер с ним. Так, сейчас я... Надо вспомнить. А, ну это...
Блин, я не помню, как это делается. Реально не помню. Или надо на левую кнопку нажать тут? Тьфу ты. Блин, я не помню. Помните, как тут надо нажимать эту тему? Ну вот они типа все есть. А как подвинуть эту хреновину? Помню кто-то что-то? Шахматист. Ну, очевидно, какая-нибудь гильдия воров. Но до нее дойти еще надо. Я, когда катал, я проходил все вообще гильдии. Причем я помню, подними и толкай. В смысле подними и толкай? Запихиваешь и жмешь? Погоди. А, ну все. Почему-то первый раз у меня сломалось, я так и думал. А первый раз я типа поднял меня? Ладно. Сделаем вид, что стример, ну бас. И не катал в эту мапу. Так, стрелы взяли, отмычки взяли. Ништяк. Ништяк. Я, наверное, просто не в тайминг, что ли, нажал, или что-то типа того. Поэтому так получилось. Использование заклинаний. Нажмите C, чтобы выбрать другое заклинание. Тап. Так, а что у нас есть вообще? Так, деморализация, глаз ночи. Ну, это ночной вижен. Хилка. А маны у меня сколько? Угу. 80, понял. Обиван, ну часика 3, наверное, я думаю. Угу. Работает тема. Так, раз это для... А, я еще не это, не переоделся, по-моему. Раз, два. Щит мне не нужен. Наручники тоже не нужны. А тут на штанов нет, да? Ой, хилка есть. И стрелы, само собой, беру. Ну, типа того, Джок. Они, короче, типа для компа. С антибликовым каким-то покрытием. И немного... Я не помню, то ли... Минус 0.5, то ли что-то типа того. Потому что у меня зрение не идеальное уже за эти годы. Бля, она еще не ваншотается. Уровень сложности побольше поставь. Скукота. Да нормально, ты что брось? Мы же, блин, не ради тут игры, а ради того, чтобы попиздеть, пивка попить. Оп, стрелу достали. Так что уровень сложности не обязательно повышать вовсе. Ну блин, Биван, как... вот так вот, как пивко кончится. Без пивка-то как играть вообще в эту мапу? Тяжело будет. А, по-моему, тут если ты типа зашкирился, то больше димиджа, не? Да, так и есть. Действительно, так и есть. Отъебись. Стрелы забрали. Не все, конечно. Здорово, Сенсинг. Оп, хилочки, отмычки. Все как надо. Стрелы скоммуниздили. Причем я помню, когда я катал раньше в Обливион. Блять, спалился. Я вступал во все гильдии, там, магов, воинов. Воинов особенно мне нравилось, потому что там охренительный эбонитовый, по-моему, меч. Зеленый такой. Я уж точно не помню. Но он реально был очень классный. Так, короче, огонь нам не особо нужен. А вот это нормальная тема. Ты чё, сука? Отлетаешь. Минусанули. Вот, и типа ради этого меча я, можно сказать, делал все квесты. Я надеялся то, что однажды я все пройду и мне дадут его. Ой, так,
Секунду, сейчас я звук себе прибавлю немного, а то у меня... Блядь, нет! До меня... Послышалось то, что до меня хотят докопаться. Ну, пожалуйста, игра. Так. Вот как-то так. Ништяк. Так, ну тут у нас всякая херня. Хотя молот за 60 голды. 30 веса, правда, не очень хорошо. А так нормально. Так, ну ехала... А нет, не ехала. А что за топор такой охренительный? А, ну 2 дэмэджа то, что... Я понял. Мир в ХЗ. Знакомого позвал, чтобы он посидел. Типа я стримлю, просто пиздеть буду. А он будет играть и на вебке себя показывать. Отхилено. Так, это крыса? Что-то она не двигается. А, нет, все-таки двигается. Стрелу отдай, не отдаст. Блин, какое-то большое... Блять. Большое подземелье. Да, да, ебись ты. Блин, короче, с луком их убивать полная рвань. Мне кажется, лучше кинжал взять. В этом подземелье. Так, кинжал взяли. Будем тыкать кинжалом. Хильнулись. Плюсую, мир. Ну-ка, давай. Москалей на ножи. Во, пошло дело. Спидран поехал. Пивком заправились. О, поехали дальше. Сундучело. А, это, кстати, забыл про хоткей, то, что тут делается. Сейчас, кстати, мы сделаем эту тему. Так, значит, кинжал у нас будет. Ну и чё, или тут надо... Так, он, значит, на единицу. А лук на двойку. Так. Бля, палево. Чих-чих-чих-чих. Ну давай, давай. Чё ты можешь? На. Ну давай, давай. Да ладно. Просто отлетаешь. Ну все, по стелсу, в общем-то. Яд недомогания. Так, ну эти темы я возьму. Я, конечно, не буду тут алхимией заниматься, но толкнуть можно. Йоргитсми, без понятия, если честно. Да я не думаю, что там предъявить мне прям сильно. Тем более лимонад же пью. Так что, все нормально. Блять, спалил? Не понял. А почему у меня херня какая-то выбралась? Вообще подпитывать от них тоже не помешало бы, чтобы легкую броню улучшить. Они дамажат, кстати, нихрена. Так что я зря как-то волновался.
Так. Ну и чё тут? Чисто? Чего? А-а-а. Хера себе. Блять, тут еще один пидорас. Ну давай. Да, все, 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 отлетаешь. Лук взяли. Натянули. Потрачено. Да, это что такое? А, это яблоки просто. Куда? Зачем? Нет! Блять, у меня игра вылетела. Ёбаный стыд. А если автосейвов не было, то что делать? Это будет полная хуйня. Бля, ну сейчас переспущу, попробую. Но если не было автосейвов, то это полный пиздец, скажу я вам. Да блин, вот эти все темы, типа старые игры, они, конечно, охуенные, но... На новых системах все плохо. А, да нормально, в принципе. Нам тут я хоть кей еще не успел назначить. Так, единица, значит. Вот эта тема. Двойк лук. Блять. Блять. Ну да, походу, действительно слабый комп. Ну и чё ты, сучара? Да какой... Блять, вот эти темы вылазят, и ты не можешь отменить ни хрена выстрел из лука. Самое охуительное. Ну давай. Ты если уже зажал, то как бы все. Дороги назад нет. Так, автосейф на F5? Да, на F5, нормально. Все, поехали. Бля, вообще, я так подумал. Так, ему, наверное, хреново сейчас будет, да? А, ну ему похуй. Абсолютно на эту ловушку. Ну давай, давай. Давай. Может вообще топор взять и мозги не ебать? И ваншотать их. Или он их не будет ваншотать? Так, это значит... Молот даже, не топор. Бля, ну это жесткая тема. А ну-ка. Сундучело. А ну-ка, давайте-ка. Так, ты должен на меня сагриться один... А, ну тут, наверное, можно вот так вот сделать. И мозга не ебать. И они отлетают. Это все забираем. Блять. Отмычек до пизды, так что срать. Короче, почаще надо сейф, походу, жмякать. Чтобы не было хуйни. О, он с щитом еще. Хера себе. Да, все, все, давай. Блин, нет, мне... Дробящее оружие не хочется качать. Я думал, он прям ваншотить будет. А он ни хрена не ваншотает. Так что это не то, что нам нужно. На, сука. На, сука. Ай. Бля, ебать, он задр. Да ладно, сильно ухудшилось, брось заливать. Не, маги, конечно. Пидеры те еще. Кстати, хилку надо будет забинить, наверное. Да ну в смысле? Отлетаю уже. Бля, выносливость еще отлетает у меня.
Так, что по хилкам? Угу. Так у него нормальные темы. Железный короткий меч. Один дэмэдж, понял. Ебать, докопались плотно. ХП ману стамину не видно за вебкой, блять. Вот это да, кстати. Это отличное замечание. Но я могу чутка подвинуть вот так вот. Думаю, нормально будет, да? Инвентарь, конечно, часть не видно, но... Похуй на инвентарь. Так, а куда мне? Вниз, что ли? Или сюда все-таки? Нет, отсюда я пришел. Отсюда я пришел, тут проходов. А сундучем был есть. Железный длинный меч. Нет, меч я не хочу брать. Вправо-вниз? Думаешь, все-таки вниз? Ну давай вниз попробуем. Загон с крысами? Нет, мне не вниз. Не похоже на то, что мне вниз. Так, еще раз, отсюда, значит, пришел. Сейчас мы тут... А, вот все. Есть выход, кстати, с сундучем был еще один. С нормальными вещами. Поехали. А, вебку вправо-вниз. Да ладно, нормально тут, я думаю, будет. Поехали. Кнопки атаки задержал для сильного удара? Ну, типа... ХЗ. По-моему, с даггером это... трешак. Так, там фанчик пошел. Я такой... Достаю кальмарчиков. Так а что, обязательно им меня ждать? Или они могут пройти? Понял. He might be working with the assassins. Да не, вы что, гоните? No, he is not one of them. He can help us. He must help us. As you wish, sire. Ну чего ты, дружище? They cannot understand why I trust you. They've not seen what I've seen. How can I explain? Listen. You know the nine, how they guide our fates with an invisible hand. Шахматист, у меня самый светлый лимонад. Белый. I've served the nine all my days, and I chart my course by the cycles of the heavens. The skies are marked with numberless sparks, each a fire and every one a sign. I know these stars well, and I wonder which sign marked your birth. А, ну сейчас выбирать звезду еще. Ну, очевидно, вор, наверное, хотя... Блин, вор, по-моему, самый трешак, не? Ну, тот ранах, я помню, постоянно, по-моему, выбирал его за темного эльфа. Топовая тема. Ну, раз в день это сильно, конечно. Так, конь. Башня. И кто у нас еще?
Да, Транах кастер. Но я говорю, я уже обычно за темных эльфов катал. За магов. Поэтому и выбрал. Ну, погнали. Угу. The signs I read show the end of my path. My death, a necessary end. А, лол. Come when it will come. Не видно за вебкой. Блять, нихуя, это плохое место. Так пойдет, я думаю. Your stars are not mine. Today the thief shall guide your steps on the road to destiny. Почему не варп? Потому что, ну блин, так захотелось. Почему нет? В чем смысл брать вара за хаджи-то вообще? Тогда уж норда надо было какого-то брать. My dreams grant me no opinions of success. Their compass ventures not beyond the doors of death. But in your face I behold the sun's companion. The dawn of Akatosha's bright glory may banish the coming darkness. With such hope and with the promise of your aid, сильный, варумный. My heart must be satisfied. Ну это, блин, это бегать с каким-нибудь там молотом. No trophies of какой-то жесткой темой. Precede me, but I have lived well, and my ghost shall rest easy. Men are but flesh and blood. They know their doom, but not the hour. In this, I am blessed to see the hour of my death, to face my apportioned fate. По-моему, сейчас тут появится какой-то ассасин и кончит его. Очевидно. I go to my grave, a tongue shriller than all the music calls me. You shall follow me yet for a while. Ну давай. Ну. You may as well make yourself useful here. Carry this torch and stick close. My job is to make sure the Emperor gets out of here alive, and I intend to do it. We're the Emperor's bodyguards. Our job is to get him out of situations like this. Although I admit, things are not going according to plan. Действительно, все сейчас пойдет не по плану немного. Stick close and let us do our job. Но факелы я нести не буду, сори. Not much farther. Oblivion take you. Так, ну вот сейчас свой кончик, по-моему. Ну, алло. Ебать, он плотный. Хоть бы оружие дали, блин, у них засумоненные, по-моему, эти стволы. Походу, они не дропаются из-за этого. Так. А, у них все вообще засумоненное. И броня, и оружие. Так, давайте, давайте. Я вор. Так что я сундуки лутаю, пока вы тут это. Блять. Ключа нету? Дружище, не-не-не. Я просто ключ ищу. А, ну это единственный вход, я понял. Да с ним все кончено. В смысле? А, ну все открыто. Ништяк. Hold up. I don't like this. Let me take a look. Опа. Погнали. From the other side, a trap. What about that side passage back there? Worth a try. Let's go. Че, его сейчас кончат?
Вообще как-то палевно выглядит этот проход, если честно. Нихуя, Хвостик, ты чё, эксперт? They're behind us. Wait here, sire. Wait here with the Emperor. Guard him with your life. For the Emperor! Так, дружище. Ну чё делаем с тобой? I can go no further. You alone must stand against the Prince of Destruction and his mortal servants. He must not have the Amulet of Kings. Take the amulet, give it to Joffrey. He alone knows where to find my last son. Find him and close shut the jaws of oblivion. Ну давай. О. Отлетает. Так, он мне отдал типа амулет все-таки? Blades are sworn to protect the Emperor, and now he and all his heirs are dead. The amulet. Where's the Amulet of Kings? It wasn't on the Emperor's body. Strange. He saw something in you. Но вообще он должен был отнять у меня его. They say it's the dragon. Как стандартный коп. Flows through the veins of every septum. They see more than lesser men. Гопнуть, так сказать. The Amulet of Kings is a sacred symbol of the Empire. Most people think of the Red Dragon crown, but that's just jewelry. The amulet has power. Only a true heir of the blood can wear it, they say. He must have given it to you for a reason. Did he say why? Mm-hmm. Joffrey? He said that? Why? Nothing I ever heard about. But Joffrey would be the one to know. Although you may not think so to meet him, he lives quietly as a monk at Wainan Priory. Bueno. First, you need to get out of here. Through that door must be the entrance to the sewers, past the locked gate. It's a secret way out of the Imperial City. Here, you'll need this key for the last... There are rats and goblins down there. Ну, это понятное дело. Так, теперь класс, поехал. Сейчас глянем. Так, агент Габена. Ловкость, выносливость. Ну вообще, акробат похож на правду. Но вор, в принципе, тоже неплох. Ну блин, выносливость тоже важна. Инквизитор? Чего? Блин, а где он есть-то? Интеллект, ловкость? Зачем? Да не, я думаю про акробата, если честно. Погнали. I wasn't far off. In any case, rats and goblins won't give you any trouble. You must get the amulet to Joffrey. Take no chances. But само собой. To Wainan Priory immediately. Да-да-да, понятно, дружище. Good. The Emperor's trust was well placed. I'll stay here to guard the Emperor's body and make sure no one follows you. You'd better get moving. May Talos guide you. Понял-понял, дружище. Продолжить. Я обязательно сейчас пойду к Джоффри, но... Но у меня пивко кончается, поэтому я за пивком.